Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня мы хотим с вами, именно сегодня, 1 февраля, уделить внимание этому дню и поговорить о празднике Имблаг, что это себя представляет за праздник, а также что это за колесо года и какую важную практику нужно сегодня провести вечером. Обязательно это сделайте и досмотрите это видео до конца. Итак, друзья, праздник Имблаг или Колесо Года олицетворяет пробуждение природы после зимней спячки и наступления весны. Конечно же, традиции и обычаи этого праздника еще соблюдают со времен кельтов, и многие дошли до наших времен. Также сегодня, 1 февраля, это праздник огней и факелов в 2021 году. Конечно же, этот праздник несет в себе достаточно глубокий смысл. В этот день разжигают факелы и огни, свечи, чтобы приблизить наступление тепла. А как мы знаем, огонь – это символ тепла и очищения. Именно он служил указателем для весны, призывал ее к активным действиям. И в день праздника принято топить снег, указывая зиме на то, что ее пора подходит к концу. Ну а яркие всполохи огня возрождают надежду и дарят нам уверенность в том, что холода вскоре сменятся звонкими ручьями, капелью и зеленющими островками первой травы. И соблюдая древние традиции в современном мире, каждый человек открывает в себе спящие и какие-то тайные до поры внутренние силы, которые помогают не бояться перемен и не прятаться за мнимой стабильностью. Но следование обычаям помогает стать увереннее, спокойнее относиться к временным трудностям и не бояться вступать в борьбу за собственное благополучие. На этот праздник обязательно вечером зажигают свечи в каждой комнате для того, чтобы очищающий огонь принес перемены, убрал с пути препятствия и преграды, а также очистил ваше жилище от бед и негатива. Также в этот день, 1 февраля, в уже вечернее время, обязательно проведите практики на избавление от проблем, на удачу, успех и благополучие. Также этот день, 1 февраля, это время гаданий и предсказаний, поэтому каждый сегодня может узнать свое будущее. И самыми верными сегодня считаются именно гадания на рунах и картах Таро. Вы знаете, Имблаг является самым важным событием из всех праздников Колеса Года, потому что он символизирует пробуждение и обновление. И каждый из нас 1 февраля сможет прислушаться к себе, к своим потребностям, освободиться от всего наносного, научиться вовремя отпускать события и стремиться к развитию без страха. Друзья, обязательно сегодня, 1 февраля, в вечернее время, уже после захода солнца, обязательно зажгите свечу и этой свечой пройдитесь по своему дому или квартире.